Чтобы ребенок рос здоровым, его обязательно нужно отдать в спортивную секцию, уверены многие родители. Но школа танцев ничуть не хуже справится с задачей гармоничного развития ребенка. Причем не только физического, но и духовного. Грамотный преподаватель танцев сразу заметит какие-то проблемы со здоровьем у малыша и вовремя отправит родителей к специалисту. На самом деле здоровых детей сейчас почти нет, абсолютно здоровых. Они действительно приходят кто со сколиозом, кто с плоскостопием, кто еще с какими-то там изменениями в стопе, в спине, в чем угодно. Очень благодарны нам родители за то, что мы на ранних стадиях замечаем эти какие-то изменения в них, какие-то неровности, какие-то искривления. И отправляем их к специалистам, конечно, к остеопатам, к хирургам. Разумеется, такие занятия подарят малышке не только здоровье, но и красоту. Правильная осанка, красивая фигура, длинные ноги – тоже плоды многолетних занятий танцами. То, что мы тренируем, то у нас и нарабатывается. Если мы тренируем и не следим за ребенком, и не, каждую секунду ему не говорим, выпрями спинку, вытяни шейку, опусти трапеции, затяни там животик, там, вытяни ножку, затяни пальчики, коленку. Ничего не получится. То есть это необходимо бесконечный контроль на занятиях за каждым вот из детей, которые здесь присутствуют. Что касается духовного здоровья, то маленькие танцовщицы растут в окружении музыки, искусства и безграничной веры в свои возможности. Я хочу заниматься танцами, чтобы поменять в себе что-то, измениться в сторону лучше и впервые повыступать на сцене и быть чемпионкой мира.